Великий пост в этом году начался 27 февраля и закончится 15 апреля. То есть традиционно он идет 40 дней. Почему пост длится 40 дней? На этот вопрос ответит протоиерей Виктор Висаров, председатель миссионерского отдела Симбирской епархии. Часто задается такой вопрос, почему, например, пост длится именно 40 дней. Потому что для нас примером служит Господь Иисус Христос. Все, что Он нам заповедовал своим личным примером, для нас как бы служит этой определенным примером в жизни. Господь Иисус Христос, прежде чем выйти на пропасть, в течение 40 дней провел в пустыне, где постился. И мы помним те три искушения, которые, в принципе, были с Ним. Первое искушение, когда ему явился дьявол, говорил, что если ты хочешь есть, сделай так, чтобы эти камни сделались хлебом. По большому счету, это, наверное, первое искушение, которое бывает у человека во время поста, потому что, когда человек резко меняет свой привычный ход жизни, еще вчера можно было есть все, а сегодня нужно себя ограничивать в пище. Первое, наверное, искушение заключается в том, что возникает мысль, что я не выдержу, что, наверное, будет очень тяжело, что, может быть, зря я начал поститься. Но единственное, можно сказать всем тем, кто вступает в пост, что это состояние, оно потом сменяется спокойным таким состоянием покоя, в котором очень легко молиться, в котором очень легко рассуждать, например, о тайнах бытия, в котором очень легко читать Священное Писание. Второе искушение, когда дьявол искушал Господа чудом. В принципе, такое же искушение бывает и у нас во время поста, потому что порой, когда нам становится тяжело, мы ждем, что Господь нам немедленно поможет. И третье искушение, которое также было у Господа Иисуса Христа во время 40 дней Его поста, когда дьявол искушал Его славой мира. Это, наверное, будет искушение, наверное, у каждого христианина, когда пост заканчивается. Потому что, когда заканчивается пост, если ты его выдержал, тобой начинает овладевать тщеславие. Ты говоришь, вот надо же, какой я молодец, я сумел это. И появляется, наверное, вольно-невольно мысль о суждении ближних, которые не так смогли это пройти. Господь одинаково принимает всех, потому что Господь всех нас любит. А для тех, кто сумел пропаститься пост, это, в принципе, очень важная вещь, потому что если человек сумел отвести это время поста, он понимает, что он может совладать своими страстями, и, в принципе, как говорится, Господь призывает его, и он может очень легко получить счастье, получить легко спокойствие души, которое называется миром души, которое дается за то, что человек борется со своими страстями.